В Актобе дороги на 10 улицах пришли в негодность до окончания гарантийного срока. На некоторых из них асфальт сошел вместе со снегом. Власти подали в суд и обязали подрядчиков привести в порядок дороги, но уже за свой счет. В этом году на строительство, реконструкцию, ремонт городских дорог в Актобе потратят 4 миллиарда тенге, то есть на миллиард больше, чем в прошлом году. Однако огромные суммы не залог качества, но чиновники обещают, что будут и впредь судиться с недобросовестными подрядчиками и тем самым сведут на нет брак на дорогах. У нас имеется 2 судебных материала по данному факту, которые по исполнению суда были принуждены восстановить автомобильные дороги. На сегодняшний день по благоприятным погодным условиям данная подрядная организация приступит к восстановлению дорожного полотна за счет собственных средств.